42-летняя Фокси Минагери начала делать пластические операции 6 лет назад. Американская модель легла под нож хирурга после развода с мужем. Женщина уже увеличила грудь до размера ZZ и не собирается останавливаться на достигнутом. На май у нее запланирована очередная пластика. Сейчас у Фокси стоят импланты в 6640 кубических сантиметров. Она мечтает увеличить эту цифру до 7000, чтобы стать похожей на Джессику Рэббит, героиню фильма «Кто подставил кролика Роджера?». «Я хочу идеальную фигуру по типу песочных часов», — поделилась Фокси из Daily Mail. До операции она была очень застенчивой и только теперь начала чувствовать уверенность в себе. Впрочем, безразмерная грудь доставляет своей обладательнице немало проблем. Она не может готовить еду, с трудом обувается и иногда падает с лестницы. «Спускаясь по лестнице, я могу упасть. Поэтому мне приходится держаться за перила, чтобы сохранить свою жизнь», — рассказала модель. Недавно у Леры Кудрявцевой лопнул имплант, и ей потребовалась срочная операция. Участники «Дома-2» делают пластику бесплатно. Настя Рыбка увеличила грудь.